привел познакомить Рагнара с волчатами, с валендами. Он нормально относится к ним, не обижает ничего. Шарахается так же, как и Линда. Им пофигу, они думают, что это мамка, ищет сиську. Нянька у вас сегодня, смотрите какой. Ты не боишься меня, да? Ты щеночек, ты не волк. Ты просто щеночек. Запугали, да, волкалы? Рагнар.
За антенну-то пиздюлей сейчас получишь, волчонок.